Oh, yeah.
Hare Krishna.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, Text Number 55. Читаем Шримад Бхагаватам. Уберите ревибрацию, пожалуйста. Читаем Шримад Бхагаватам, глава песни 9, глава 4, текст номер 55. Пратьяк-ято, пратьяк-ято, веренчена, веренчена, вишну, вишну, чакропатапита, чакропатапита, дурваса, дурваса, шаранам, шаранам, ята, ята, сарвам, сарвам, кайлаша, кайлаша, васинам, васинам, пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, вишну чакропата пита, вишну чакропата пита, дурвасас чаранам ята, дурвасас чаранам ята, шарвам кайлаша васинам, шарвам кайлаша васинам, пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, вишну чакропата пита, вишну чакропата пита, дурваса шаранам ята, дурваса шаранам ята, сарвам кайлаша васинам, сарвам кайлаша васинам, пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, чакропата пита, вишну чакропата пита, дурваса шаранам ята, дурваса шаранам ята, сарвам кайлаша васинам, сарвам кайлаша васинам, пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, вишну чакропата пита, вишну чакропата пита, дурваса шаранам ята, дурваса шаранам ята, сарвам кайлаша васинам, сарвам кайлаша васинам, пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, вишну чакропата пита, вишну чакропата пита, дурваса шаранам ята, дурваса шаранам ята, шарвам кайласа васинам, шарвам кайласа васинам, пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, вишну чакропата пита, вишну чакропата пита, дурваса шаранам ята, дурваса шаранам ята, шарвам кайласа васинам, шарвам кайласа васинам. Пратьяк ято веренчена, пратьяк ято веренчена, вишну чакропата пита, вишну чакропата пита, дурваса шаранам ята, дурваса шаранам ята, шарвам кайласа васинам, шарвам кайласа васинам.
Ратьякьята. Ратьякьята. Отвергнутый. Отвергнутый. Виринчена. Виринчена. Господом Брамой. Господом Брамой. Вишну чакра упатапита. Вишну чакра упатапита. Обожженный пламенем диска Господа Вишну. Обожженный пламенем диска Господа Вишну. Дурваса. Дурваса. Великий мистик Дурваса. Великий мистик Дурваса. Шаранам. Шаранам. Прибежище. Прибежище. Ята. Ята. Отправившись. Отправившись. Шарвам. Шарвам. Господу Шиве. Господу Шиве. Кайласавасинам. Кайласавасинам. К жителю места, которое называется Кайлас. К жителю места, которое называется Кайлас. Перевод. Когда Господь Брама отказался помочь Дурвасе, то невыносимо страдая от жаркого пламени Сударшана чакры, попытался найти защиту у Господа Шивы, обитающего на своей планете Кайласе. Комментария нет, мы будем читать следующий текст. Шри Шанкара Увача Вайам Натата Прабавама Пумни Ясмин Паринье Аджати Пакошаха Баванти Калейна Баванти Ритриша Сахашрашо Ятра Вайам Брама Маха. Перевод. Господь Шива сказал: «О мой сын, я, Господь Брама и другие полубоги, что скитаются по вселенной, гонимые ложным представлением о своем величии, не в силах противостоять верховной личности Бога, по одному указанию которого возникают и уничтожаются бесчисленные вселенные и их обитатели». Комментарий Шрилы Прабхупады. В материальном мире есть бесчисленное множество вселенных, а значит и бесчисленное множество Брам, Шив и других полубогов. Все они приходят в этот мир и уходят по высшему повелению личности Бога. Поэтому никто не может превзойти Господа по могуществу. Вот почему Господь Шива тоже отказался защитить Дурвасу. Его самого опаляло сияние Сударшана чакры, посланной верховной личностью Бога. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're hearing the account of Durvasa offending Maharaj Ambarish and then being chased by the Sudarshan Chakra. Мы слушаем о истории, связанной с Дурвасой Муни, который оскорбил Махараджа Амбаришу и потому получил в виде наказания Сударшана Чакру. Дурваса Муни was offensive to the devotee Амбариш. Дурваса Муни оскорбил преданного Амбаришу. And the result was he had to run for his life because the Sudarshan Chakra came after him. И в итоге он вынужден был спасать свою жизнь бегством, поскольку Сударшана чакра погналась за ним. So this is, of course, this is a very important pastime because it shows the serious reactions which come from offending a devotee. Это очень значимая игра, поскольку она показывает, насколько серьезным может быть оскорбление преданного. Offenses against devotees are the mad elephant offense. Оскорбление преданных называется оскорблением бешеного слона. So Durvasa was a greatly renounced person. He was a sannyasi, of course, and he had many disciples. Дурваса является великой отрешенной личностью, и у него много учеников, он также сан-яси. He should not have made such a offense against the devotees. Ему не следовало совершать такого оскорбления против преданного. The cause of his offense was pride.
и причиной его оскорбления была гордость. Pride destroys the principle of austerity. Гордость разрушает принцип аскетизма. We have four principles of religion. Существует четыре принципа религии. The symbol of religion is the bull. The bull stands on four legs. Религию олицетворяет символ быка, и бык стоит на четырех ногах. Cleanliness, mercy, austerity, and truth. И эти четыре ноги – это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. В первой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада описывает, как гордость разрушает аскетизм. Generally, we think pride is austerity is destroyed by intoxication. Мы знаем, что принцип религии аскетизм разрушается интоксикациями. We make a vow not to take any intoxicants. Поэтому мы даем обет, один из обетов – это не употреблять интоксикацию. And sometimes devotees wonder, how does pride destroy? И поэтому иногда преданные недоумевают, как гордость может разрушать аскетизм. But pride is another kind of intoxication. Но гордость – это еще один вид интоксикации. We become proud. It's just like becoming intoxicated. Когда мы гордые, мы подобно опьяненным. When you take some kind of intoxication, you become very arrogant, you don't listen to people. Когда человек принимает интоксикацию, он становится буйным, он не слушает людей. You know, if someone's intoxicated, they're not able to take good instruction from anyone. А когда человек находится в состоянии опьянения, ему невозможно давать какие-то наставления или советы. In a similar manner, when we are proud of our material existence, then we often cannot take good instruction. Точно так же, когда мы опьянены гордостью за наше материальное положение, мы также не слушаем никаких советов. So Durvasa Muni was in, he was proud of his situation. He was proud of being renounced. Также и Дурваса Муни был горд за свое материальное положение, он был горд своей отрешенностью. And he could not appreciate why Maharaj Ambarish was given so much respect. И потому он не смог оценить или понять, почему Махарадж Амбариш не выказывает ему очень много уважения. He thought Ambarish Maharaj is only a grihastha. He's a worldly person. He's a king. Why do the people give him so much honor and respect? То есть Дурваса подумал, что Амбариша Махарадж это мирской человек, он царь, грихастха, семейная личность. Почему бы ему не выказать мне почтение как можно больше? He was thinking in this way, then he thought how to do harm to Ambarish Maharaj. И когда он увидел, что ему не оказывают как можно больше уважения и почтения, то он решил причинить какой-то вред Махараджа Амбариша. And this was the cause of his downfall. Это была причина его падения. There's a common saying, pride comes before the fall. Есть такое известное утверждение, гордость приходит перед падением. So Maharaj, this Durvasa Muni, his pride brought about his downfall. И примером тому как раз и явился Дурваса Муни, который, возгордившись, пал. Even though he was so renounced and he was so honored and respected. Хотя он был очень отрешенный, очень уважаемый и почитаемый. That he became intoxicated by all of these things. Но он стал опьянен всеми этими вещами. And he thought to do harm to the supreme, to the devotees of the Lord. И он решил причинить какой-то вред преданному Господу. We just celebrated last week Lord Balaram's appearance day. На прошлой неделе у нас было празднование дня явления Господа Баларама.
The devotees in Blagoveshchen did a drama. Преданные в Благовещенске очень хороший спектакль поставили. The pastime of Balaram killing the wizard gorilla. На тему, как Господь Баларама убивает гориллу Двивиду. Двивида gorilla had been an associate of Lord Ramachandra. He fought with Lord Ramachandra against Ravan. На самом деле, горилла Двивида до этого служила Господу Рамачандре. Она была его слугой, и они сражались вместе против Равана. But he could not understand Лакшмана. Но горилла Двивида не уважала Лакшмана. And similarly, he could not understand Lord Balaram. И поэтому не могла понять положение Господа Баларама полностью. Lord Balaram is the original guru. Господь Баларама — это изначальный гуру. Lakshman comes as Balaram. Lakshman in the incarnation of Lord Ram comes in the pastimes of Krishna as Balaram. Лакшман из воплощения Рамы пришел в игры Кришны как Баларам. And we see Dvivida gorilla cannot understand Lord Balaram. He's envious of Balaram. И поэтому горилла Двивида не могла понять также положение Баларама и очень завидовала ему. He could respect the Supreme Lord, but he couldn't respect the devotee. Она выражала почтение Господу, когда служила Раме, но при этом не выражала почтение преданному Господу. And similarly, Durvasa Muni, he has respect for Lord Shiva and Lord Narayan. Также Дурваса Муни, он был очень почтителен Господу Шиве и Господу Нараяне. But he can't respect the devotee. Но он не выказывал никакого уважения преданным. He's coming to Lord Shiva. After Shiva, he will go to Lord Narayan and ask for help. И здесь вот Дурваса пришел к Шиве просить защиты, и после он отправился к Нараяне за помощью. He understands these personalities are powerful. They're more powerful than he is. Он, поскольку он понимал, что эти личности более могущественны, чем он сам. But he could not understand the position of the devotees of the Lord. Но при этом он не понимал положение преданного Господа. И оскорбил преданного Амбаришу. So, we want to appreciate the importance of not, it's not enough to just only respect Krishna and worship Krishna. We have to also respect the devotees. Поэтому необходимо оценить преданных и не только выражать почтение Господу Кришне, но также выражать уважение преданным Кришне. Krishna says, "Madbhakta pujyam tika." That first we have to worship the devotees of the Lord. Кришна говорит, "Madbhakta pujyam tika," то есть прежде нужно выражать поклонение преданным. Therefore, we were just doing practice Guru Puja. Поэтому мы вот сегодня пели Гуру Пуджу, проводили Гуру Пуджу Прабхупаде. Because we need the mercy of the devotees. Поскольку мы нуждаемся в милости преданных. By the mercy of the spiritual master, we get the mercy of Krishna. По милости духовного учителя мы обретаем милость Кришны. Some people just want to worship Krishna. Некоторые люди хотят поклоняться только Кришне. And some people just want to worship Prabhupada. А некоторые люди наоборот хотят поклоняться только Прабхупаде. One devotee was saying, "Prabhupada, we just want to worship you life after life." Однажды один преданный обратился к Шри Прабхупаде и сказал: "Я хочу поклоняться вам, Прабхупада, и только вам, жизнь за жизнь." Prabhupada said, "That's Mayavadi." И Прабхупада ответил: "Это Майявади." Think the guru is God, just worship the guru. То есть поклоняться только гуру, этому настроение гуру есть Бог. So we worship guru to get the mercy of Krishna. Мы же поклоняемся гуру, чтобы обрести милость Кришны. We have to see the relationship, the connection between the guru and Krishna. То есть мы видим связь или отношения между гуру и Кришной. When we say Amrish, he was not guru, he was just a devotee. Но мы можем подумать, Амбариш, он не являлся гуру, он просто преданный. Therefore, we have to respect all the devotees. Поэтому мы должны выражать почтение всем преданным. We have to see all the devotees like guru. Мы должны видеть всех преданных как гуру. We know Lord Chaitanya has told everyone to become guru.
поскольку, как вы знаете, Господь Чайтанья дал наставление каждому стать гуру, каждому преданному стать гуру. When Lord Chaitanya was in Kurukshetra, he met the Brahmana, and the Brahmana wanted to leave his home and go with Lord Chaitanya. Когда Господь Чайтанья был в Курмакшетре, он встретился с одним Брахманом, жившим там. И этот Брахман решил ради Господа Чайтанья оставить дом и пойти вместе с ним. And the Brahmana was saying, I cannot tolerate the pains of this material life anymore. I want to come with you. Брахман сказал, больше нет сил терпеть страдания этого материального мира, я хочу пойти с тобой. So what did Lord Chaitanya say? Did he say, yeah, come on, come with me? Что же ответил Господь Чайтанья? Разве он ответил, да-да, пошли со мной, уходим? No, he said, Lord Chaitanya chastised him, he said, don't speak like that again. Но Господь Чайтанья его как бы пожурил, он сказал, не говори больше так. He told him, Yari deki tari kao Krishna upadesh, amara gaya guru hana tarai desh. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. И Господь Чайтанья произнес этот знаменитый стих, что означает, куда бы ты ни отправился, кого бы ты ни встретил, рассказывай им о Кришне. Amara gaya, by my order, become spiritual master, tell them about Krishna. Амара Агьяя, по моему приказу, стань гуру и рассказывай всем о Кришне. So Lord Chaitanya has ordered everyone to be like a spiritual master by teaching the message of Krishna. Таким образом, наставление Господа Чайтанья относится к каждому, чтобы каждый стал гуру, рассказывая преданным, рассказывая каждому послание Господа. Of course, Maharaj Ambarish was no ordinary person. И, конечно же, Махарадж Амбариша не являлся обычной личностью. He was a king, and the king is also representative of God. В конце концов, он был царь, который является также представителем Бога. In the Bhagavad-gita, Krishna says, "Among men, I am the monarch." В Бхагавад-гите Кришна говорит, среди людей я царь. Which chapter? Какая глава, кто помнит? 10, right? Bhuti Yoga, the opulences of the Absolute. Десятая глава, великолепие Абсолюта. So king is, the monarch is the representative of Krishna on the planet. Итак, монарх или царь является представителем Кришны на планете. Maharaj Ambarish was the monarch. He should be respected. И таким императором он был, Махарадж Амбариша, и, естественно, он заслуживал уважения. And he was a great king. He was a great devotee. He spent all of his time worshiping the Lord. Он был на самом деле великим преданным, великим царем, который использовал все свое время на поклонение Верховному Господу. And Srimad Bhagavatam, his activities are described. How he fixed his mind on the lotus feet of Krishna. В Бхагаватам, в Шримад Бхагаватам описывается его деятельность, как он сосредотачивал свой ум на Кришне. And then he went to hear the topics of Krishna. Как он жаждал слушать темы, связанные с Кришной. He would use his legs to walk to the temple. Как он занимал свои ноги, посещая храм. His eyes were for seeing the deity. Глаза созерцая божество. With his body, he would embrace the pure devotees. Занимал свое тело, обнимая чистых преданных. All of his senses were dedicated for the service of Krishna. Все его чувства были посвящены служению Кришне. So this Durvasa Muni should not have been jealous. Поэтому Дурваса Муни не следовало завидовать Амбарише. But because he was so intoxicated by his own position, by his own pride, he envied. Но поскольку он был опьянен своим положением, и поскольку гордость это в нем присутствовала, он совершил ошибку. We have to be very careful of these things in our own material, in our own life. Поэтому нам в нашей жизни нужно быть очень осторожными, чтобы не совершать подобных вещей. Lord Chaitanya teaches us, amanina manadina, offer all respect to others and do not expect any respect for yourself. Поэтому Господь Чайтанья наставляет нас, аманина манадина, следует выражать почтение каждому и при этом не ожидать почтения к себе. Sometimes, as devotees, sometimes we can become attached to being respected.
Иногда у преданных есть привязанность, чтобы им оказывали какое-то внимание. And this allows us to become more, we become more intoxicated, we become proud. Но это лишь приведет к тому, что мы станем более опьянены своей гордостью. And we, then we commit. И тогда мы начнем совершать оскорбление. So Durvasa was offensive. То есть Дурваса был оскорбителем. Offenses are more serious than just being sinful. А на самом деле оскорбление гораздо более серьезнее, чем греховные поступки. Аджамила was a sinful person. Аджамила был греховной личностью. But he was not offensive. Но он не был оскорбителем. So he was able to be saved. Поэтому ему удалось спастись. But Daksha was offensive. Но Дакша был оскорбителем. Daksha wasn't sinful. He was very pious. Дакша был очень благочестив. Он не был греховным человеком. He was also son of Brahma. Он также сын Брахмы. He was Prajapati. И еще и Праджапати. His daughter married Lord Shiva. Его дочь вышла замуж за Шиву. But he became offensive. Но он стал оскорбителем. So that's why we always try to recite the 10 offenses every day. Вот почему мы должны повторять 10 оскорблений святого имени каждый день и, будучи преданным, избегать любых оскорблений. Every day we want to offer our respects to the Vaishnavas. Поэтому каждый день мы должны выражать почтение, поклоны Вайшнавам. Sometimes devotees, in Prabhupada's time, Prabhupada, when he first came back to India from America, he brought with him some of his devotees, some of his leading disciples. Именно поэтому была такая история. Шрила Прабхупада, когда приехал впервые в Индию, он взял с собой нескольких учеников саньяси, которые были лидерами. So many of them had been temple presidents and they've been in big positions, and then they all came together in India. They were all traveling with Shrila Prabhupada. Большинство из них занимали высокие должности в ИСКОН, они были президентами храма или кем-то еще. И при этом они собрались вместе, чтобы путешествовать со Шрилой Прабхупадой по Индии. В Индии тогда еще не было храмов ИСКОН. И поэтому преданные просто путешествовали со Шрилой Прабхупадой из одного города в другой. Куда приглашали Прабхупаду, туда все вместе отправлялись. So it was quite difficult, quite an austere program. Это были довольно трудные, аскетичные программы. India, and maybe many of you have been to India, so India in those days, in the early 1970s, was really very simple. Индия вообще, в ней очень трудно путешествовать, если многие из вас, тем более, были в Дхаме, я не знаю. А в начале 70-х, так в Индии вообще все было максимально просто. Just like Russia. Maybe you remember also Russia, 1970. Если вы, кто-нибудь из вас помнит, это советские 70-е, вот что-то в таком ключе. Yeah. It was different, right? То есть, согласитесь, отличается от современной ситуации. I know China. Я знаю, по крайней мере, Китай коммунистический. 20 years ago. 20 лет назад, да. Changed a lot. Даже больше, чем 20. India also changed quite a little bit. Not much, but a bit. В Индии было что-то подобное. Может быть, не настолько сильно, но вот в таком духе. So the devotees were all traveling together, but they couldn't get along with each other. Но как раз в этот момент преданные путешествовали со Шрилой Прабхупадой по Индии, но им очень трудно было ужиться вместе. They would often argue with each other. И они постоянно спорили друг с другом. Do you argue with each other? Спорите друг с другом? Признавайтесь. Wow, women, of course. А, ну, мата же понятно. В этом нет сомнений. But the man should be able to live together. Но мужчинам нужно уметь уживаться вместе. But even the men were arguing and quarreling with each other. Но в той ситуации даже мужчины, они спорили, ссорились постоянно. So Prabhupada told the devotee, every morning you must offer obeisances. Тогда Шрила Прабхупада ввел правило, каждое утро вы должны кланяться друг другу. Every month, do you do that? У вас проходит такой во время утренней программы? Because you don't have to
You all come late. You don't have Mangal Arati. Well, we had Guru Puja, but we didn't have Mangal Arati. Поскольку мы приходим поздно, то у нас нет полной мангаларати, мы проводим только Гуру Пуджу здесь, провели, по крайней мере. Но очень важную практику необходимо каждый день соблюдать, это выражать друг другу поклоны. When you get a phone call from a devotee, you should say, oh, Prabhu, please accept my humble obeisance. Или когда вам преданный позвонил, обязательно нужно ему говорить: «О, Прабху, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны». Таким образом мы можем нейтрализовать оскорбление. И развить больше смирения. Смирение – очень важное качество. Смирение, терпение. Are we all sadhus? We want to be sadhus. We're trying to cultivate the quality of the sadhu. Мы все садху, но на самом деле мы пытаемся стать садху. Мы развиваем все необходимые качества садху. Sadhu, one who is sadhu is not proud. Тот, кто садху, он не гордится. They're not intoxicated with this pride. Он не опьянен гордостью. They can offer respects to others. Он способен выражать почтение другим. So in third canto Shrimad Bhagavatam, Lord Kapila describes the qualities of a sadhu. В третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капила описывает качества садху. One devotee was asking me, are we all sadhus? Are all the devotees sadhus? Один преданный меня недавно спросил, а мы все садху, все преданные садху или нет? If we come for the association of devotees, is that really sadhu sangha? Если мы общаемся с обычными преданными, реально ли это садху санга? Well, we should have the qualities of the sadhu. У нас должны быть качества садху. We should be at least trying to cultivate the qualities of the sadhu. Мы должны, по крайней мере, пытаться развивать эти качества садху. So, the quality, Lord Kapila says, Tatikshava Karunika Suridam Sarvadehinam, like the qualities, tolerant. Итак, в этом стихе Господь Капила говорит, первое слово титикшава – это терпение. Again, Lord Chaitanya also spoke, tolerant, like the tree. И Господь Чайтанья говорит о том же самом, о терпеливее дерева. Durvasa Muni could not tolerate. А Дурваса Муни как раз не был терпелив. If we also say, I cannot tolerate, it is not very good. Иногда мы тоже очень часто говорим, я не могу это терпеть. И это не очень хорошо. We have to tolerate. We have to tolerate any offense, any actions against ourselves. Of course, we will not tolerate to see others insulting. Так что мы должны терпеть. Только мы должны терпеть какие-то несправедливости по отношению к нам. Но мы не должны терпеть какое-то оскорбление по отношению к другому. But we can tolerate any abuse against our own self. Но какие-то нападки на нас самих мы должны терпеть. And then mercy. И теперь следующее это милость или милосердие. Equal to everyone. То есть равно относиться к каждому. All living entities. Все живые существа. Friendly dealings. То есть дружеские взаимоотношения. These are some of the qualities of the sadhu. Это тоже качество садху. We have to cultivate these qualities. И мы должны развивать эти качества. Simply by practicing devotional service, we automatically acquire the qualities. И просто занимаясь преданным служением, мы автоматически развиваем эти качества. One who is engaged in devotional service will naturally develop all the good qualities. Тот, кто занимается регулярно преданным служением, естественным образом развивает в себе хорошие качества. But if one is not a devotee, then it's understood they do not have any good qualities. Но если человек не является преданным, следует понимать, что у него нет хороших качеств. Even they may say, I'm honest, I'm truthful. Даже если он скажет, что я честный человек, я говорю правду. I don't fight with people. Я не сражаюсь с людьми. I don't steal. Я не ворую. I'm not sinful. Я не грешу. But they don't have any good qualities because they're not devotees. Но при этом человек не обладает хорошими качествами, поскольку он не преданный.
They're struggling, they're under the modes of nature, so they cannot have good quality. Он просто находится в гунах материальной природы и потому не имеет хороших качеств. But one, if one is a devotee, then they transcend the modes of nature. Но если человек преданный, он поднимается над гунами материальной природы. Of course, when I say devotee, you know, we shouldn't say, oh well, I'm a devotee. Ну конечно, когда мы говорим преданный, поэтому мы не можем считать себя преданным. And we often think, well, I'm a devotee, I must be transcendent. А мы как раз очень часто себе думаем, я преданный, я должен быть на трансцендентном уровне. But Prabhupada, it's not so easy to be the devotee, to be the sadhu. Поэтому Прабхупада всегда говорил, не так-то легко быть преданным, не так-то легко быть садху. We're trying to be devotee. Мы просто пытаемся стать преданным. It takes some time. А это требует времени. We have to cultivate. The qualities we have to stay engaged in devotional service. Поэтому мы должны развивать качества и должны оставаться быть занятыми в преданном служении. So Krishna consciousness is a practice. Итак, сознание Кришны это практика. Abhyas. Abhyas. In the Bhagavad Gita, Arjuna could not control his mind. В Бхагавад-гите Арджуна не мог контролировать свой ум. He was telling Krishna, I can't do it. It's too difficult. И он сказал Кришне, Кришна, я не могу это делать, это очень сложно. But Krishna says, by constant practice and detachment, it is possible. Но Кришна ответил ему на это, постоянным отречением, от постоянной практикой и отречением ты сможешь достичь успеха. So understand, we have to also practice. Our devotional service. We have to practice regularly. Также здесь мы просто должны практиковать преданное служение и практиковать регулярно. And sometimes we will have difficulties. Sometimes we fall down. Но иногда у нас случаются трудности, какие-то падения. Just like sometimes the mind goes, the mind wanders away from Krishna. We have to bring it back. И когда ум уходит, когда он начинает убегать от Кришны, мы должны возвращать его обратно. Sometimes we fall, sometimes we go off track in our Krishna consciousness. We have to come back again. И когда мы в какой-то момент сходим с пути сознания Кришны, мы должны снова вернуться на него. Prabhupada was always encouraging the devotees. Поэтому Прабхупада всегда воодушевлял преданных. Very, very rare Prabhupada completely rejected anyone. В крайних случаях Прабхупада полностью отвергал учеников. Unless he became very offensive and beyond hope, then Prabhupada always encouraged him. Если только человек не полностью отвергал все, не становился оскорбителем, тогда Прабхупада до конца продолжал воодушевлять преданных, поддерживать их энтузиазм. So in this Srimad Bhagavatam, this incident of Durvasa Muni is a very important incident. Поэтому вот этот случай, произошедший с Дурваса Муни и Маришей, описанный Шримад Бхагаватам, это очень важный пример. And Vyas is describing for us how Durvasa cannot get relief, he cannot save himself from this Sudarshan Chakra. И Вьясадева специально описывает для нас, как Дурваса не мог освободиться, а не мог спасти себя от влияния, от гнева Сударшана Чакра. He's gone to Brahma, now he's come to Shiva. Он сначала отправился к Брахме, сейчас вот он обратился к Господу Шиве. Now Lord Shiva is like his guru, like his father. Lord Shiva even says, "My son," Prabhupada has put in the text, "My dear son." И Шива для Дурвасы это гуру, это фактически отец, поэтому Шрила Прабхупада использует здесь слово "сын", мой сын, дорогой. So Durvasa practically is like a devotee of Lord Shiva. It's like one of the disciples of Lord Shiva. Дурваса является практически преданным Шиве, он его ученик. But Lord Shiva can't help. Но Шива не мог помочь ему в этой ситуации. Lord Shiva says, even I'm afraid of this Sudarshan Chakra. Господь Шива сказал, даже я боюсь Сударшана Чакры. I can't. Lord Shiva said he's actually the Lord, the God in the material world. А Господь Шива это практически Бог в материальном мире. Krishna is God in the spiritual world. Кришна Бог в духовном мире. But in the material world, Shiva is like God.
но в материальном мире Шива подобен Богу. And Shiva has so many devotees. И у Шивы очень огромное число преданных. Sometimes people wonder, you know, isn't Shiva the supreme? Иногда даже люди задумываются, а может быть Шива верховный? Мы можем увидеть в Святой Дхаме очень много храмов Господа Шивы. Господь Шива на самом деле является кшетрапалом, он защитник Святой Дхамы. Прежде чем мы войдем в Святую Дхаму, мы должны получить его благословение. And Shiva is the master of the false ego. И Господь Шива является повелителем ложного эго. If we want to get rid of our false ego, we have to take shelter of Lord Shiva. Если мы хотим избавиться от влияния ложного эго, мы должны получить прибежище у Господа Шивы. So he's so powerful. Поэтому он настолько могущественен. But still he can't do anything to help Дурвасу. Все-таки он так и не мог ничего сделать, чтобы спасти Дурвасу. So we can understand how serious this must have been. Поэтому мы должны понять, насколько это серьезным является оскорблять преданных. What had Durvasa done to make such an offense? И что Дурваса сделал, чтобы совершить такое оскорбление? Oh, he just offended a devotee, just an ordinary devotee. Можно подумать, ну он что тут такого? Он просто оскорбил преданного, обычного преданного. We would think the offenses against the Lord himself are more serious. Мы-то думаем, что оскорбление самого Господа более серьезно. But actually the offenses against the devotee are even more serious than offenses against the Lord. Но как раз наоборот, оскорбление преданного Господа гораздо более серьезное, чем оскорбление самого Господа. Шрила Прабхупада gives an example. He said, just like we can tolerate the heat of the sun on our head. Шрила Прабхупада приводит такой пример. Как мы can? We can. Can. Yeah, we can. Так же, как мы можем терпеть жар на своей голове. If you go to India in the hot sun, maybe you're at Jagannath Puri and the sun is very hot, so you can be out in the sun. Например, вы можете приехать в Святую Дхаму в Майпур или в Джаганатхапури, там пекло настоящее, и вы находитесь целый день под солнцем с открытой головой. So you may say, oh, it's hot, but you know you can tolerate. И вы, конечно, чувствуете, как голову припекает, но по крайней мере вы можете терпеть. But if you take off your shoes and go walking on the beach in the middle of the day on the hot sand. А вот теперь представьте, вы снимаете тапочки и где-то в полдень под раскаленным солнцем идете по раскаленному песку. Then you cannot tolerate. Вот тут вы терпеть не сможете. We can tolerate on the head. Вы можете терпеть пекло на голове. But not on the feet. Но не на стопах. The sand will burn our feet. Солнце жгет вам стопы, оно сожгет вам стопы. Even you go parikrama, sometimes on parikrama, it's very hot, the ground will be very hot, your feet will get blisters, it's so painful. А если вы идете на парикраме иной раз, земля настолько раскаляется, что просто мучение, вы думаете, Боже, что ж такое, ноги припекают. So we can tolerate on the head, but not on the feet. То есть мы можем терпеть жар на голове, но не на стопах. So it is said the Lord can tolerate offenses against himself, but not against his devotees. И смысл в том, что Господь может терпеть оскорбления против самого себя головы, нежели оскорбления против преданных, которые у его стоп. The offenses against the devotees of the Lord are like an offense against on the feet of the Lord. То есть оскорбление преданных Господа — это вот как раз как жар стоп, на стопах. Maharaj Ambarish had taken shelter at the Lotus feet of the Lord. Господь Махараджа Амбариша принял прибежище у лотосных стоп Господа. Бхагавад Бхагаватам said, Сабаймана Кришна Падара Виндайо. He fixed his mind on the lotus feet of Krishna. В Шриман Бхагаватам говорится этот стих Савайманах Кришна Падаравиндайо. То есть он сосредоточил свой ум на лотосных стопах Кришны.
So because he had taken shelter of the feet of the Lord, when an offense was done against him, the Lord took action. И поскольку он нашел прибежище у лотосных стоп Господа, то когда на него было совершено оскорбление, Господь тут же ответил. Махарадж Амбариш never took any action. А Махарадж Амбариша сам никак не отреагировал. Махарадж Амбариш did not feel any offense. Махарадж Амбариша не чувствовал никакого оскорбления. He was a devotee, he's tolerant. Он был преданным и был терпеливым. But the Lord took action. Но Верховный Господь отреагировал. The Lord himself cannot tolerate to see his devotee offended. Господь сам не может терпеть, когда оскорбляет его преданных. And this is a problem. Дурвасса's in trouble. Вот поэтому у Дурвасы возникли серьезные проблемы. And Lord Shiva even cannot help him. И даже сам Господь Шива не мог ему помочь. Lord Shiva so powerful, he can destroy the world at the end of the life of Brahma. Могущество Господа Шивы таково, что оно разрушает материальный мир в конце дня Брахмы. Lord Shiva so powerful, Lord Shiva carries the glance of the Lord at the beginning of the creation. Господь Шива в начале, он получает взгляд Господа в начале творения. The Lord glances over the material nature. То есть Господь бросает взгляд на материальную, на всю материальную природу. And in that glance, all the living entities are impregnated. И благодаря этому взгляду, брошенному на материальную природу, она становится, как сказать, Господь так зачинает всех живых существ. Lord Shiva carries that glance. И Господь Шива как раз несет вот этот взгляд, эту энергию. Lord Shiva also sometimes takes part, he does the work of the Lord, he will kill some demons. И иногда даже Господь Шива выполняет некоторую часть работы Господа, он убивает демонов. He's almost the supreme God himself, he's almost the supreme Lord. Он практически сам Верховный Господь. Out of 64 qualities, среди 64 качеств Господа, Lord Shiva will have 55. А Господь Шива обладает 55. So he's greater than Brahma. То есть он более велик, чем Брахма. He's not a living entity. He's not an ordinary jiva. То есть Господь Шива это необычное дживо, живое существо. He's almost God. Он практически Бог. But even he cannot save Дурвасу. Даже он не смог спасти Дурвасу. So this is the situation. Вот такова была ситуация. Okay, any questions? Есть вопросы? Махарадж Амбариш, он не чувствовал оскорбления по отношению к себе, поэтому он терпел. Но вот если ситуация такая, что мы чувствуем оскорбление, как теперь в таком случае? Махарадж Амбариш. Well, we should understand we must be in the bodily concept of life. Мы должны просто понять, что мы находимся в телесной концепции жизни. If we're feeling offended by someone, если мы чувствуем, что кто-то нас оскорбил, that's because we're still in the bodily concept. Это только лишь потому, что мы себя телом считаем. We have to think how to get out of that bodily concept. И поэтому нужно думать, как выйти из этого телесного. We should thank Krishna that Krishna must be teaching me a lesson. И мы должны благодарить Кришну за то, что он дает нам такие уроки. He's showing me my actual position. Он мне показывает на самом деле, должны думать мы, мое настоящее положение. That I'm in Maya. Что я в Майе. I'm in the bodily concept of life. Что я обусловлен телом. Because I'm feeling offended by someone. Раз я чувствую, что меня кто-то оскорбил. Krishna is teaching me how to cultivate tolerance. И Кришна учит меня, как развивать смирение в этих уроках. And I have to give up that desire for respect,
Why are we feeling offended? Why are we feeling insulted? Почему мы чувствуем оскорбленными себя? Maybe we have the desire for some respect. Может быть, мы хотим, чтобы нам выражали почтение. We want it to be honored. Может быть, мы ждем уважения. So Lord Krishna may be purifying us. И Господь Кришна просто очищает нас. The difficulties which come, трудности приходят. We should see them as Krishna's mercy. И эти трудности следует видеть как проявление милости Кришны. Krishna is taking away some of our false ego. Кришна находит, Кришна забирает наше ложное эго таким образом. He who honors you, he is your enemy. Somebody honors you or praises you, that person is not kind to us. То есть, если кто-то проклинает вас, если кто-то вас прославляет, то он является вашим врагом, у него нет добра к вам. Because we think, yeah, very good. Поскольку в этот момент мы начинаем таять от счастья. Say more. Давай больше говори. Give me more. Еще что-нибудь скажи. Music to my ear. Для моих ушей, да, прямо мелодия. Музыка для моих ушей. But the person who insults you and calls you names and makes you feel bad, then we... That is actually the friend. Но тот, кто вас персонально оскорбил, на самом деле он ваш друг. Если мы разгневались, а не терпим, не является ли это лицемерием? То есть на самом деле, честно было бы, как бы, вне, когда что ты гневаешься, ты на самом деле как бы терпишь и улыбаешься, это баты, как бы вранье, на самом деле. And, but at the same time, we try to maybe this is hypocrisy, maybe honestly, if we show our anger, if we always do that. Well, anger, we have to control our anger. Нужно контролировать гнев. Why? Anger is one of the three gates into hell. Гнев является одним из врат, ведущих в ад. Of course, we are saying, if somebody attacks us or offends us, we should not reciprocate by attacking them. Остановить возникновение гнева может принцип, что когда кто-то нападает на нас, когда кто-то пытается нас оскорбить, мы не должны отвечать тем же. But if you see them offend somebody else, then you can defend that person. Но вот если вы видите, что кто-то оскорбляет ближнего, тогда вы можете направить на него гнев и защитить. But you should not try to defend yourself. Но не пытайтесь защитить себя. We should not get angry. И поэтому мы не должны гневаться. Anger comes from lust. Гнев приходит из похоти. We say anger is the younger brother of lust. Поэтому мы говорим, что гнев – это младший брат похоти. So our lust is not satisfied, therefore we become angry. Просто наша похоть или вожделение не удовлетворено, поэтому мы становимся гневными. Anger can be used in the service of Krishna. Гнев можно использовать в служении Кришне. But only by the master of the senses. Но только тем, кто является хозяином чувств. It is not an easy thing to use anger in Krishna's service. Это не так легко использовать гнев в служении Кришне. We cannot imitate Arjuna in the battle of Kurukshetra. Поэтому не следует нам имитировать Арджуну на поле битвы Курукшетра. Yeah, Arjuna was angry. He had to fight. Арджуна был в гневе, ему нужно было сражаться. But remember, his fighting was on Krishna's order. Но вспомните, что его битва была по приказу Кришны. Arjuna himself didn't want to fight. Сам лично Арджуна вообще сражаться не хотел. But Krishna incited him. Krishna told, you must fight. Но Кришна заставил его, сказал, ты должен это сделать. And similarly, Hanuman in the battle of Lanka, Hanuman was angry. И так точно так же Хануман на поле битвы Ланка, он также стал гневным. Lord Chaitanya was angry with Jagai and Madhai. И Господь Чайтанья стал гневаться против Джагая Мадхая. But Lord Nityananda was not angry. Но Господь Нитянанда не разгневался. Lord Nityananda restrained Lord Chaitanya.
Но сам Господь Нитянанда, против которого было совершено оскорбление, он стонал его Господу Читания. Поэтому нам следует развивать настроение Господа Нитянанды. Anger is not something which we should just freely use. Гнев это не то чувство, которое мы должны свободно использовать. Somebody is insulting me. Okay, I'll get angry at them. I'll get my revenge. Хорошо, кто-то меня оскорбил, сейчас я разгневаюсь, я отомщу. That is like they have the same the eye for the eye, the tooth for the tooth. Это материальный принцип: око за око, зуб за зуб. This is not a good principle. И он не является хорошим, на самом деле, этот принцип. If you follow this principle, then none of us will have any eyes or any teeth. Если бы все из нас следовали этому принципу, все бы остались уже слепыми и без зубов. Прабхупада говорил, что духовный учитель несет ответственность за карму ученика. Поэтому Шрила Прабхупада беспокоился за то, чтобы преданные вели себя правильно и не совершали оскорблений. Ну, собственно, мы говорим больше об оскорблениях против преданных. For example, one time Prabhupada was in Japan and he was attending some program and some Mayavadi was there and the Mayavadi was giving a lecture on Mayavadi philosophy. Однажды Шрила Прабхупада был в Японии, и там его пригласили на программу. Эту программу организовали Майявади, и они давали лекцию по своей философии Майявади. So at one particular point, Prabhupada just turned to the devotee and said, "Stand up immediately, start the kirtan." И Шрила Прабхупаде это надоело, он тут же повернулся к преданным и сказал: "Встаньте и начинайте петь киртан." Now the Mayavadi was still talking. Но при этом Майявади продолжали лекцию. They hadn't finished this lecture. Они даже ее не закончили. But Prabhupada told the boy, "Get up, start kirtan." Прабхупада ученикам тем не менее сказал: "Вставайте и начинайте громко петь киртан." So the devotee got up. Преданные встали и с радостью стали петь. And the Mayavadi man is talking. А этот лектор Майявади, он пытался говорить что-то. So he had to stop talking and sit down. Но ему в итоге пришлось прекратить лекцию. So someone may think, that was offensive. How could you disturb that man? He was giving his lecture. И можно подумать, это же оскорбительно, то есть человеку не дали договорить лекцию и перебили его. But Prabhupada said, "I could not tolerate." Но Прабхупада сказал, я не мог больше этого терпеть. Because he was speaking so much blasphemy against Krishna. Потому что он такие оскорбления против Кришны там говорил. So that is not offense. В данном случае это не оскорбление. But Prabhupada was defending the honor of Krishna. Прабхупада защищал честь Кришны. Because this Mayavadi was just speaking so much nonsense and blaspheming Krishna. Потому что эти Майявади откровенную чушь говорили и просто оскорбляли Кришну. The difference of offending
offend a devotee, that's not the same. It may seem like, oh, we're offending the Mayavadi or something, but you know, the Mayavadi is offensive. Поэтому тут речь идет больше об оскорблении именно преданных, потому что может показаться, что вот этого Майявади оскорбили. Нет, на самом деле это они оскорбляли Кришну. Если мы слышим, как кто-то оскорбляет Кришну, то мы должны остановить их. Мы должны отрезать ему язык по-хорошему. Но Прабхупада с милостью слился, просто киртан начал. Когда мы видим преданных проявления качества, противоположных 26 качествам преданных, какая внутренняя позиция должна быть наша по отношению к преданным? И если, когда старше, младше, равный, то есть, если мы видим такое проявление быть старшим преданным, то младшим, да? We said Krishna consciousness is a practice. It takes time for us to develop. Мы должны понимать главный момент, что сознание Кришны это практика, которая требует времени для того, чтобы достичь совершенства. We shouldn't think immediately people are going to develop all these qualities. Не следует думать, что люди придут и мгновенно разовьют все 26 качеств. It's going to take time. То есть это на это потребуется определенное время. But if somebody is trying, they're in the process, then we should be patient. Но если кто-то пытается и искренне находится в процессе, тогда нам нужно быть терпеливым. If somebody's taking, they may be dirty, but if they're taking a bath, you can't criticize. Look, you're all dirty. Человек может быть грязным, но если он принимает омовение, можно сказать: посмотри, ты грязный. Or you smell, but if they're in the shower, they're taking a bath, they're cleaning themselves. You know, they won't smell after they take a shower. Или можно сказать, да, тебя уже воняет, но если он уже под душем находится, то это вот запах этот и вся эта грязь она уйдет. And so in the same way, somebody's coming, they're practicing Krishna consciousness. They don't have the qualities, but be patient. Также здесь, если человек пришел в практику сознания Кришны, но тем не менее еще не развил качество, следует быть терпеливым. Это лишь вопрос времени, и с течением времени он разовьет все необходимые качества. Somebody was complaining to Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada that all these people, I don't think some of them should be living in the ashram. Однажды Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупаде жаловались, что вот этот человек, он невыносим, и он не должен жить в ашраме. Там даже несколько было, что они не духовные люди. But Bhaktisiddhanta Sarasvati, he said that, well, if I tell them to go, then they will have no hope. But so long as they stay here, then there's some hope that they can improve. На нескольких учеников пожаловались. И Бхактисиддханта Сарасвати ответил, если я их отправлю из ашрама, тогда у них вообще надежды не будет. Но пока они остаются, надежда остается, и со временем они разовьют качество. So we should see good in others, we should see faults in ourselves. Поэтому мы должны видеть хорошее в других и недостатки в себе. See the good qualities. Somebody may not have all the good qualities, but just see what good they're doing. Don't see their fault. Может быть, в тех людях, на кого вы смотрите, не все хорошие качества. Найдите те, которые есть. If somebody would come and complain, all this devotee, he's got, they doing all these devotees, so many faults, they have no good qualities. Люди иногда приходят и начинают жаловаться. Вот эти преданные, они там неправильно себя ведут, у них хороших качеств нет, они не могут то или не делают это. Then Bhaktisiddhanta Sarasvati would say, have they got any good quality? Did they do anything good? На что Бхактисиддханта Сарасвати, если он такой слышал, всегда говорил, а что-нибудь хорошее они делают, у них есть какое-то хорошее качество. So they said, oh, well, they do good kirtan. Ну, тогда человек думал, говорил, ну, kirtan хорошо говорит. So I said, why not say that? А тогда Бхактисиддханта Сарасвати говорит, так что ж ты об этом не говоришь?
Why only just talk about their faults? Почему ты только его недостатках говоришь? See the good. Ты же старайся видеть хорошее. Be like a bee. Watch for the honey. Будь пчелой, ищи мед. Don't be the fly. Не будь пчелой со всеми утекающими. Ой, мухой, простите. Okay, 9 o'clock. Хорошо, 9 часов нужно остановиться. Hare Krishna.